Межрегиональный форум экологических инициатив с символичным названием «Быздандаспан» впервые прошел в Усть-Каменогорске. Масштабное мероприятие организовала Казахстанская ассоциация «ЭкоЖЕР» при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов, а также Акимата Восточно-Казахстанской области. В Минэкологии отмечают, цена бездействия в отношении охраны воздуха очень высока. По оценкам ВОЗ, его загрязнение ежегодно приводит к 7 миллионам преждевременных смертей. Помимо этого, глобальная стоимость ущерба здоровью ежегодно составляет чуть выше 8 триллионов долларов. Уменьшение заболеваемости и повышение продолжительности жизни способствует росту экономической активности и благосостояния населения. В этой связи вопросы экологии находятся под бдительным вниманием главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. В ходе мероприятия обсудили состояние атмосферного воздуха, газификации, комфортной и экологичной среды промышленных городов, а также перспективы внедрения новых технологий. Представлены десятки зеленых проектов, которые помогут снизить нагрузку промышленности на воздух, почву и водные ресурсы. Мы все хотим дышать свежим воздухом, употреблять безопасные продукты и, наверное, пользоваться безопасной и комфортной экологией. Пришло время, чтобы каждый государственный орган, каждый акимат в стране, прежде чем принять любое решение, должен его пропустить через призму экологичности. Я думаю, что момент, когда раньше экологию использовали в качестве разменной монеты для того, чтобы заработать хайп, он ушел. Сейчас общество готово и оно созрело для того, чтобы находить совместно механизмы решения проблем. Все желающие могли также ознакомиться с экологически чистой продукцией, представленной на выставке. По итогам встречи участники направят свои предложения правительственным организациям и представителям крупных промышленных компаний. Жанна Расылханова, Информбюро, Восточно-Казахстанская область.